У этой банкноты 5000 тенге. Достаточно интересный номер серии. Ну, во-первых, здесь две девятки сдвоенные, причем, а дальше идет 1, 2, 3, 4, цифра в рост. И лежит эта банкнота 5000 тенге на парчевой поверхности 22 апреля. День рождения немецкого философа Иммануила Канта. Также в этот день родился известный российский революционер и большевик Владимир Ильич Ленин. Ну, настоящая фамилия его Ульянов. Ну, а также первая моя теща. Вот такой вот день. И это интересная банкнота, снята 22 апреля 2023 года.